очень нравится, что Кросс для нас организовал такое мероприятие. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это мероприятие, на которое, в принципе, не только жители Велтон Парка хотели бы прийти, а также и жители соседних кварталов. Мне очень понравились мастер-классы от Кулинарион. Мне кажется, для детей это очень интересно. А потом прекрасные сыры и прекрасные колбасы. В общем, у нас сегодня замечательные выходные. Единственное, что немножко погода подкачала, но надеемся, что в течение часа тучки развеются. Мероприятие очень, конечно, хорошее, и почаще бы таких мероприятий, вот, и все остальные жители тоже, наверное, бы пришли сюда с удовольствием. Так что спасибо вам большое. Очень хорошо люди интересуются нашей качественной едой, настолько, что у нас нет времени. Вот смотрите, как делают, как нас любят, как столько мы их любим. Очень красиво, подарили бы мне квартирку, я бы не отказался. Hey, Кросс, чао! Я очень довольна тем, что проводятся такие мероприятия, потому что как многодетная мама, дети рвутся, видя из окна, что здесь происходит. Конечно, им очень нравится. Больше всего запомнилось, наверное, футбольные мероприятия. Это были самые потрясающие. Они все время проводили на улице, потому что невозможно было, болели за наших футболистов. Но подобные недели, такие итальянские, им тоже очень нравятся. И хотелось, чтобы это продолжалось и впредь. Знакомят с традициями других стран, смотрят фильмы, просто играют. Мне кажется, потрясающе. Смотрим фильм сейчас. Пытались поучаствовать в кулинарном мастер-классе. Ну, очень много народа, естественно, желающих много. И сейчас ждем пиццу. Будем греться кофе и пиццей. Это, наверное, потому что по-другому сегодня никак. Судя по цене, это, вы знаете, это мороженое. Я бы не считаю, что это надо. Вообще настоящие пиццы, только сыр и помидоры.